На случай, если вы гадали, как я добираюсь до спотов. А за байки я, кстати, хочу сказать отдельное спасибо Hellride, потому что видео, которое вы сейчас посмотрите, и все следующие и предыдущие, были бы просто невозможны без них. Поэтому ссылку на них я оставлю в описании. Обязательно зайдите и чекните, что у них там есть. Ну что, поехали? Ну вы уже поняли, что я отчасти BMX-ер, а вот эти два парня помогают мне учиться кататься. Толян и Андриан. Сегодня у нас топ-5 трюков для новичка. Собственно, наш топ открывает первый трюк. Какой? Первый трюк ноу-фут. Ноу-фут. Самый главный совет по ноу-футу. Ноу-фут надо отпускать одновременно две ноги, без страха, и делать это выше точки. Не очкуйте и делайте. Да, все очень просто. Да, но видишь, чуть-чуть назад. Да. Реально может отскочить. Суть в том, что если ты также будешь защелкивать, обратно возвращаться, у тебя никогда педаль боли не перейдет. Для меня было откровением, что можно ловить не в педали, а в шатуны. Я реально не знал. Ну, это и есть. Я думал, как вы трюки делаете, в педали ж неудобно. Смотри, one hand на пейте. One hand. One hand номер 4. По one hand главный совет будет от меня. Например, я для начала научился приземляться с одной рукой, держа байк. Тогда ты уже уверен, что даже если не успеешь вернуть руку, все пойдет нормально. Он супер простой, но супер страшный. Если один раз приземлишься с одной рукой в воздухе, поймешь, что ты не упал, и все, вторая попытка сразу сделал. Ну, то же самое, что я говорю. Это не больно. Да, это очково, но не сложно. Ой, сейчас я в сторону уберу. Ну, типа того. С подката явно проще. Самое главное, если вы умеете делать one hand, вы можете делать бэкслэп. Можешь нормально снять. Топ-3 наших трюков для новичков открывает tire grab. Естественно, вам не обязательно делать его на квотере, но во флоту делать его довольно оказалось несложно. И вот так вот идем. Я понял, понял. Да вообще изи, господи. Да ё-моё. Рассчитываю. Нормально. Банихоп, топ-2. Один из самых важных трюков для начала, потому что он поможет вам передвигаться, преодолевать препятствия. Естественно, это база для всех трюков в этом видео. Мы тупанули, поставив его на второе место, но без баника невозможно сделать реально ничего. Да, то есть, если собираетесь кататься стрит, парк, дёрт, любую другую дисциплину, кроме флэта, то баник придется выучить обязательно, без него никак. Нормально. Ну да, только вот такую штуку вы можете без баника научиться. Но говорят, это не трюк. Это все равно это флэт. Толян, какой основной совет по банику ты дашь? Совет по банику? Короче, пацаны, качайте битку, много кушайте и все. Баник, ясно. Баник давай более обоснованно. Баник прокачивается, как и баланс, только практика. Можете научиться делать сначала на самокате, чтобы понять механику. Мне это помогло, чувак. А не хочешь, чтобы вы катались на самокате. А я говорю, что кататься можно на всем, да? Кроме самоката, конечно. Трюк не самый легкий, но очень стильный. Нолли. Топ-1 нашего сегодняшнего топа. Вообще нолли такой трюк, который нужен для общего контроля байка. Его можно вообще не учить, но если его выучить, то общее ощущение байка увеличится. Да, он не настолько сложный, чтобы опускать его и не учить его. Да. Собственно, мой совет, как учить нолли. Просто становитесь на байк и старайтесь балансировать на месте, поднимая заднее колесо. Все. Ненавижу самокатер. Вот такой вот топ-5 трюков для новичка у нас получился. Помогали мне сегодня снимать Андрей Кутас и Толян Толян. Подписывайтесь на их инстаграмы, ссылка будет в описании. Также на мой можете подписаться, почему нет. А на очереди, я думаю, топ-5 базовых трюков. Будет ли такое видео, зависит только от вас. Лайки и дизлайки.
Короче, оценивайте, подписывайтесь и комментируйте. Например, напишите, какие трюки входят в базовые трюки на BMX. Пока! Call up the gang and they come and get janked. Call me a river, give you a tissue. Bad and bad.